Так, продолжаем. Мы рассматриваем, что мы рассматриваем? Мы рассматриваем ячейку, ячейка ментальной матрицы. То есть ментал находится в этой матрице программы. То есть есть ментальная программа. Ментальная программа. Ментальная, глобальная программа, она находится под контролем матрицы сознания. Матрица сознания. То есть программа сознания. И вот эти вот ячейки ментальные, это то запрограммированное, что находится в человеке. Разбирая все эти стороны, вот мы разбираем сторону тела. По уровням идем отношения, статус. И сверху это программа сознания контролирует это все. То есть то, что записано, и здесь надо понять тоже вот это, что все, ничего нового как бы не изобретено в мире. Как в компьютере. Вот это как флешка записывается. И здесь то, что касается тела, вот оно записывается. Вот оно идет по вот это все нижние, запись, запись идет, запись. Все записано. По отношениям, что записано. Что записано по статусу интеллектуальный центр. Это все контролирует программа сознания. И вот передняя стенка, это то, что вот из тела поднимается информация вверх. Передняя стеночка, она закрывается телом. Отношения тут же у нас. Все взаимопроникает, статуса также взаимопроникает, и это все контролирует программа сознания. Это то, что видит человек наружно. И задняя стеночка, все то же самое. И все это взаимопересекается. Вот вам куб некий. Ячейка. Ячейка ментальная. И вот эту ячейку нам надо разобрать. Итак, что у нас, вот эта нижняя грань, что у нас касается тела. Вот мы с телом работаем, и что нам главное? Увидеть, что заложено по телу, что телу человеку вот трехмерному, надо помнить, что мы выросли в трехмерном пространстве, это у нас забито. И что вы видели за такие вот темы, какие-то зависимость такая вот определенная, когда вам что-то хотелось для вашего тела. Что именно? Комфорт. Комфорт. Как и записывайте, то есть тело. Комфорт. И здесь напоминаю, будет пересекаться это все и с отношениями, и со статусом. Вот это как бы ловить. Внешний вид какой-то определенный. Это что же такое? Здесь надо уловить взаимопересечение. Да, когда по комфорту тела программное такое обеспечивание комфорта, это вот, допустим, статус. Человек получает похвалу за что-то, это же уже относится к категории статуса, это какие-то проявления способностей своих, и телу его комфортно. Это же ложный комфорт.
настоящий комфорт не от этого тела, мы же физическое тело сейчас смотрим, психофизику. То есть вот это, ну попробуйте, что к телу относящееся в этом мире у вас вызывает обострение в ментале, это ментальная ячейка. Желания какие-то. Да понимаешь, что желание, вот мы и разбираем. Разбираем, на самом деле, ячейка это некие желания, схемы желаний. Что относится к телу? Здоровье. Здоровье. Правильно. Какие-то блага материальные. Здоровье. Материальное благо. Дети. Дети. Мое ж тело должно отражаться в моих детях. Это вот трехмерная деятельность. А если человек родился для того, чтобы не детей производить, а что-то создать в этом мире, он там изобретатель. Ему не до детей будет. А матрица работает, и многие люди, которые могли бы себя реализовать, зацепившись за эти программы, поддавшись тому, что внушается и крутится, это родовой эгрегор забил, что у тебя должна быть семья и дети. А он не для этого родился. Это касается не только мужчин, но и женщин. А люди вот переживают. Почему? Потому что там заложена, работает программа, состоящая из этих ячеек, из многих. Вот вам дети. Что еще? Красота. Телу, телу. Красота. Хорошо. Вот телу вашему хорошо. Красота. Да. Внешняя красота, естественно. Внешняя привлекательность. Да, и привлекательность, но не важно здесь. Какое-то поведение определенное. Определенное поведение, да. И кто это поведение определяет? Ячейка данной матрицы. А их множество ячеек. Миллион ячеек. И все это ментальная матрица контролирует любые движения в пространстве, внутреннем и внешнем. И у человека, того, у кого дан выбор, как раз этот выбор, удерживая внимание на чем-то, дать энергию. Данной схеме работающей. Ячейка это как некая схема, энергоинформационная схема. Там и энергия заложена, потому что отношения это эмоциональная составляющая. Там заложены эмоции, энергии выплеск. Что еще по телу? Что вот просто вспоминайте? На самом деле вы будете проговаривать сейчас то, что касается вас. Вы не сможете сказать то, что у вас нет. Ну, еда получается. Еда. Ну, да. Никогда не произносит то, что... Работа, труд. Работа. Физический. Опять. Вот видишь, у кого-то заложен физический труд. Вот и ты увидела себя, что в тебе заложено. Ты воспитатель, а у тебя заложено пахать физически. Поэтому если бы пришла по родовой программе, то работала бы сейчас бы продавцом вместе с мамой и все. И никуда бы тебе не делать. Ну, кто еще что может сказать по телу? Ну, и дом соответственно. А? Дом соответственно. Дом, да. Дом. Устройство, наличие, не знаю. Да, то есть у тебя это проявлено сразу же. Хотя это на заднем плане всегда имеется в виду. То есть это то, что мы не видим в основном. То есть это все подводится, то, что по телу подводится к тому, чтобы у человека был дом, полная чаша. Ну, что еще по телу? Вот оно, вот это вот тело, вот эта вот бренная тушка, как видно, уважаемый виноград. Она вот в том комфорте находится,
когда что-то осуществляется. Причем это что-то, допустим, человек он считает, что вот у него заложено, физически нужно трудиться очень много. И чем больше я тружусь, тем это будет лучше. Хотя это только разрушает на самом деле тело. Хорошо. Рассматриваем. Теперь мы вот ту грань, которая относится к работу, к труду и так далее. А что связано с работой? Что там надо? Допустим, выполнять указания руководителя. А здесь может быть показ себя на работе? Показ себя. Все. Понимаете, я же вам говорю, вот оно все взаимопересекается. И вот этот интеллектуальный центр, он будет создавать в этой схеме отношение к работе вот эту напряженность. Дисциплина. Дисциплина. И опять же, у кого что? У кого-то заложена дисциплина, у кого-то заложено, как лучше украсть что-нибудь на работу. Вот вы сейчас и проговариваете то, что у вас. Что к работе относится? К работе. Неважно, какую должность человек занимает. Деньги. Деньги. Ответственность. Вы можете на самом деле записывать только свое. Статус какой-то. Хотя люди по подобию. Статус. Карьера. Правильно. А что идеалистам всегда хочется? Престиж. Перестал. Авторитет. Перестал. Перестал, да. Общение. Общение. Кому-то на работе хочется, ходит на работу, чтобы именно общаться. Он выполняет родовую программу, через общение происходит подключение и стягивание энергии. Ну, если так говорить, то общение и творчество, удовольствие. Извините, творчество на данном уровне рассматривается как вот это творчество руками. Мастерство рукоделия. Начиная с рукоделия. Мастерство. Но это не творчество той большой буквы, которая сейчас открывается человечеству. Здесь можно стать только русским хорошим специалистом. Мастерство. Да, мастерство. Ремесло. Ну, вы не рассуждайте, вы находите то, что у вас отражается по данной теме, теме работа. Управление. Управление. Все, что у вас находит отзвук со словом работа. И на этом вы будете видеть, что у вас заложено. Ладно, рассматриваем. Человек в первую очередь добывает еду испокон веков. Еда. С чем данная тема, данное слово вас связано? Отзвук. Вкусно. Удовольствие. Вкусно. С деньгами. Удовольствие. Деньги. Вожделение. Да. Вожделение. Здорово. Чем еще еда? Дети, дом. Понятие. Дети, да. Семья. Семья. Выживание. Выживание. Кто там голодал какое-то время? Экономия. А почему голодал? Потому что заложено было выживание. Потому что в ментальной матрице это стояло. И у него человека снаружи развернулось то, что внутри было заложено. Допустим, отказ от реализации в социуме, есть такие программы. И естественно, человек начинает выпадать и не может зарабатывать элементарно на нормальное питание. Далее, что еще с едой связано? Что сейчас тенденция везде и всюду какая? Праздник. Правильное питание. Правильное питание, здоровый образ жизни. Праздник. Вот у людей праздник какой-то, а они в первую очередь думают, какую еду заготовить на праздник. А потом, как поели, потом пообсуждали, как готовили, как
ели. И далее вот эта сила внутренняя и сила души, и эти возможности человека, это все энергия, которая уходит на то, на что, что должно просто делаться. И оно не уходит на творческую деятельность человека с большой буквы. Со творчество, с душой, с высшими силами. Когда человек выходит на такую реализацию, как, допустим, какой-то известный певец, известный композитор, известный изобретатель, известный политик, известный, скажем так, бизнесмен, потому что уходит энергия на нижний уровень сознания. А вот это все должно обеспечиваться той энергией, которую дает эгрегор человеку, когда человек отдает себя ему. Вот эгрегор отдает себя, отдавая себя творческой деятельности по развитию и развитию сознания своего, его окружения, и возможностей, и творческих идей, нового чего-то. И это ценится, добывание новой информации. Тогда эгрегор за это дает ту энергию, с помощью которой человек вот это все делает очень легко. Не задумываясь, не запаиваясь. Дом. Понятие, с чем связано у всех. Благополучие. Стабильность. Стабильность. Семья. Семья. Дети. Комфорт. Дети. Комфорт. Деньги. Безопасность. Деньги. Безопасность. Все одно и то же видите почти. Здесь вам еще раз говорю, надо увидеть обязательно вот это все взаимопересечение. И вот эта трехмерная вся деятельность человека, она взаимозависима. Вот мы разбирали отдельные программы. Программа на коренном центре вот стоит там вся по вот этим темам. Потом программа по отношениям на второй чакре стоит. И есть блок программы кармический. Да, это все очень сильно пропитаны клетки этими блок-программами. Вообще человек не может вырваться из этого, только через монастырь проходит. Блок программы только через монастырь можно стереть. Кармическую блок программу. А не у всех людей, которые родились здесь на Земле. Там одна, две, три. Больше четырех кармических блок программ я не встречал. И они обычно стоят на вот этих чакрах. И данный уровень сознания контролирует полностью. Те люди, которые успешно развиваются, у них достаточно, скажем, свободное тело. Это обычно блок-программа стоит здесь, на верхнем центре. Мы уже разбирали, сколько, допустим, отношений рушится, стоит кармический блок-программа здесь вот на втором уровне. Способности человек не может реализовать. Кармическая блок-программа здесь. А вообще программы везде. Это вот у Весолома Подводного очень хорошо тоже описано это все. Программная деятельность. Отношения. И вот внешне у нас есть понятие отношений. И с чем они в первую очередь у вас находят отзвук? Общение. Общение. Радость. Мужчина, женщина. Не важно, радость, человеку заложена радость от общения. И он хочет этой радости, попадает в зависимость от этой радости. Сюрприз. Отношения с мужчиной, женщиной. Да, партнеры. Да. Партнеры. Эмоции. Управление. Управление. Чего? Эмоции. Эмоции. Деловое общение. Да. Дети. То есть с понятием отношений, что связано? Вот это вот как более. Информация еще. Информация. Хочется знать что-то.
получить информацию, дать информацию, душа, знать информацию о данных отношениях. Какие отношения в первую очередь для вас важны? Дружеские. Для тебя дружеские важны. То есть вот и будут у тебя друзья, а уж никаких не будет отношений. Мне не надо. Ну вот да, вот почему, надо или не надо. Потому что это звучит внутри, работает. Это схема, ячейка это работает. Полезные отношения. Ну, полезные, вот у тебя будут только полезные отношения. Подождите, у меня вопрос. Пока мы сотрем эти матрицы, она так и будет. Понимаете, эти программы стираются, когда человек в потоке идет, дает себе служение, душе, там, а что творчество. Плохого хотеть общения радостных и дружбы? Нет ничего плохого в этом мире. Или полезно. Нигде ничего плохого нет. Ну и хорошего тоже нет. Почему? Потому что человек попадает в зависимость от внешнего. Что программы пяти органов чувств, в первую очередь, они ориентированы на вот это все. На привязывание внешнее. Эмоции, понятия, с чем у всех связаны? Ксюша. Напряжение. Напряжение. Бешеность. Активность. Активность. Какой-то выплеск. То есть что-то. С чем связано понятие эмоций у вас? Конфликт. Конфликт. Радость. Радость. Удовольствие. Удовольствие. Наполненность. От эмоционального общения. Душевность. Душевность. Вот все уже исказилось в человеке. Эмоции это всегда программа. Зависимость. Общение. Зависимость. Искренность. Неискренность. Да, искренность. То есть у человека заложена программа, что если кто-то эмоционирует, он искренний. Да это ложь полнейшая. Темно играет на этом. Управление. И любовь за эмоцию за любовь дает. Управление. И далее. На заднем плане это партнер, потому что эта программа, программа отношений создает связь, привязанность к партнерам. И что у вас под понятием партнер? Карма. Карма, вот. Напряжение. Напряжение. Ну как, а друг? Отношения. Друзья, как общие, дружеские отношения. Интересы, общая цель. Общие интересы. Секс. Секс. Ты что ты сказал? Отношения. Да, отношения то же самое. Но здесь мы сейчас рассматриваем, какие партнеры попробуйте увидеть. Творчество. Творческие партнеры. Ну или творчество. Дружба. Деловые. Дружба. Деловые. Радость. Пиши, дети и радость у тебя это все. Да, радость. Но дети для тебя не партнеры. Раз ты не сказал этого. Хоть ты воспитатель детского центра. Ну, ты в понятиях партнер, то есть у тебя дети не партнеры. Вот. Я не говорю о том, что это плохо или хорошо. Это как некая констатация. Нету заложено. Значит, ты для них вот ведущий там. И что-то совместно делать не получится у тебя, кроме как в обучении. И ты выступаешь ведущий. Ведущий это не партнер. Мы еще не разбираем, никогда не разберем. И вот у нас есть статус и программа сознания. И это вы разберете дома. А на следующий раз мы поговорим о том, как это все взаимопересекается и увязывается. Все переплетено, человек и сидит в этой
глобальной матричной зависимости. Все, счастливого пути познания.